Профессиональный праздник – повод подвести итоги. Ежегодно сотрудники подразделения раскрывают и предотвращают сотни преступлений. Они несут службу не только на территории региона, но и отправляются в командировки на Северный Кавказ. Сегодня, как и 90 лет назад, основные задачи стражи порядка остаются прежними. Участие в задержании преступников, предупреждение и пресечение правонарушений. 90 лет – это солидная дата. 90 лет – это сделано много для охраны порядка, для поддержания конституционного порядка в горячих точках, для охраны жителей Перми и Пермского края. Сердечно поздравляю, желаю счастья, здоровья, удачи.